Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Георгий Колдун. Сегодня 13 сентября 2021 года, на часах 18:30 мы находимся на одной из автозаправочных станций «Беларусьнефть» в городе Минске. Сегодня у нас состоится очередной розыгрыш рекламной игры «Август на драйве MasterCard». Все участники программы лояльности «Беларусьнефть», владельцы карты «Заправка» имеют уникальную возможность каждый месяц принимать участие в розыгрыше автомобилей. Сегодня мы разыграем автомобиль Volkswagen Polo 2021 года, цвет кузова красный металлик. Сейчас у одного из водителей, которые заправлялись с 1 августа по 31 августа 2021 года на сети заправок «Беларусьнефть» с помощью карточки MasterCard, что немаловажно, появится шанс испытать действительно бесценные эмоции. Разрешите вам по традиции представить комиссию по проведению нашей рекламной игры. Это Дмитрий Владимирович Кузнецов, Екатерина Александровна Швед и Маргарита Игоревна Чифанова. Уважаемая комиссия будет следить за тем, чтобы розыгрыш прошел корректно и никаких вообще вопросов не было в итоге. Игра «Август на драйве MasterCard» проводится с 1 августа 2021 года по 13 октября 2021 года, что включает срок выдачи выигрыша и публикацию результатов проведения игры. Результаты будут опубликованы, как всегда, в национальном издании «Звезда». Напомню вам об условиях, которые необходимо было выполнить для участия в рекламной игре. В период с 1 по 31 августа 2021 года включительно совершить не менее 3 покупок топлива отдельными чеками в различные даты по карте MasterCard, эмитированной банками Республики Беларусь, за исключением карт Маэстро и Белкарт Маэстро, в сети «Беларусьнефть» на сумму не менее 1 белорусского рубля в каждом чеке с использованием карты «Заправка». Про призовой фонд несколько слов. Призовой фонд составляет 41 195 белорусских рублей 98 копеек. И в него входит автомобиль Volkswagen Polo, год выпуска 2021, цвет кузова красный металлик, стоимостью 35 860 белорусских рублей и денежные средства в сумме 5 335 белорусских рублей 98 копеек, которые удерживаются организатором для уплаты подоходного налога за победителя. Для проведения розыгрыша используется специальный вращающийся непрозрачный барабан и набор шаров в количестве 10 штук. С удовольствием вам продемонстрирую, мы не стесняемся, очень красиво. С номерами от 0 до 9. Выигрышный номер мы определим, извлекая шары с номерами, формируя из них выигрышный номер поразрядно, конечно же, слева направо. Также мы определим на всякий случай два альтернативных выигрышных номера следующим образом. Альтернативным победителем номер 1 будет признан участник игры с порядковым номером через 6000 номеров от победившего порядкового номера победителя. И альтернативным победителем номер 2 будет признан участник игры с порядковым номером через 12 тысяч номеров от победившего порядкового номера. На всякий случай. Количество участников у нас все больше и больше. Сегодня в розыгрыше принимает участие 65 536 человек. Сейчас мы приступим к розыгрышу. И, естественно, если у нас 65 536 человек, то вначале в этот барабан или в лототрон мы помещаем шары от 0 до 6. Барабан пуст. Как вы можете видеть и слышать, я извлекаю шары. Извлекаю отсюда и завлекаю сюда. Что я плету? 0, 1, завлекатель шаров, 2, 3, где-то у нас 4, 5, 6, точка внизу. Обратите внимание, это 6, а не 9. Закрываю барабан, вращаю. И таким образом шары перемешиваются. Зачем я немножко очевидности сейчас сообщаю непонятно кому. Посовываю руку, перемешиваю еще раз. Просто чтобы первый номер очень важен, еще раз сую и извлекаю какой-нибудь шар. И это шар с цифрой 5. Возвращаю шар обратно, сейчас будем дальше разбираться. Так, просто помечу для себя, чтобы потом свериться с нашими уважаемой комиссией. 5. Так как у нас цифра 5, а не 6, соответственно, для того, чтобы определить следующие цифры выигрышного номера, в барабан нужно поместить все шары от 0 до 9. Шары, как вы помните, от 0 до 6 здесь уже находятся, поэтому я открываю барабан и докладываю туда шары с цифрой 7, 8, 9, точка внизу. Конечно же, снова вращаю барабан, шары перемешиваются, насколько это возможно. Засовываю руку. Вращаю там
перемешиваю еще раз, какой-нибудь шар извлекаю наугад. Это цифра 3. Цифра 3. Возвращаю шар в барабан. Там у нас полный комплект от 0 до 9. 3. 3 же было, да, правильно сейчас? У меня память как у рыбки. Хотя это вроде миф. Так, снова вращаем барабан для того, чтобы получить следующую цифру выигрышного номера. Единица. Возвращаю шар в барабан. 5, 3, 1. Что ж, еще две цифры. Взбалтываю и... Первый попавшийся. 8. То есть это разнообразный номер у нас сегодня. 5, 3, 1, 8. Ну и последняя цифра. Буквально через несколько секунд мы узнаем, кому же у нас достанется автомобиль Volkswagen Polo 2021 года красного цвета. Ну, вот сейчас ничего не извлекаю. Еще раз вытру руку и первый попавшийся шар подарок. 7. Считается счастливым числом, но все равно кому-то принесет удачу этот шар. 5, 3, 1, 8, 7. Колос Максим Михайлович из Колодич. Поздравляем победителя и напоминаем, что розыгрыш автомобиля для владельцев карты «Заправка» при расчете картой MasterCard проходит каждый месяц. Чтобы стать участником розыгрыша, вам всего лишь необходимо совершить не менее 3 покупок топлива на сумму от 1 рубля. «Беларусьнефть» — это самая большая сеть автозаправок в Беларуси, цель которой — сделать ваши путешествия по стране и миру комфортными. А бесценными их помогает сделать платежная система MasterCard. Поэтому мы желаем всем удачи, испытывайте яркие впечатления и бесценные эмоции с MasterCard и «Беларусьнефть». До встречи в следующем розыгрыше. Всем удачи и всего хорошего. Пока.